Доброго дня! Сегодня у нас в обзоре сеялка. Сеялка турецкая, производство Конья. С прошлой недели приехал с завода и хочу рассказать особенности этой сеялки, почему ее надо покупать и где тут фишки. Самая первая фишка здесь находится у нас втулка металлическая, втулка пластиковая, втулка металлическая. То есть за счет этого она идет необслуживаемая. У нас диски не разбалтываются и срок службы очень большой. Потом у нас сеялка идет универсальная, вот здесь вот ближе посмотреть, катушка переключается, мелкосемянка, и от 4, от, по-моему, от 40 килограмм на гектар до 300 килограмм на гектар мы можем высевать с помощью этих катушек. Они переключаются, перенастраиваются. Вот здесь вот видно, тут вот черненькие переключатели. То есть мы в зависимости от того, что нам нужно, мы отключаем то или иное положение. И у нас становится сеялка либо мелкосемянная, либо крупносемянная, то есть как бы. Вот. Какие ключевые особенности? Это вариатор. Вот у нас вариатор на удобрение и на зерно. То есть вот здесь даже у нас идет сеялка в комплектации, даже еще меньше можно высевать с мелкосемянным бункером. То есть если вам нужно меньше количество семян загружать, для удобства, вот у нас сеялка идет в комплектации с бункером для мелкосемянки. Но обратите внимание, здесь стоит тот же самый высевающий аппарат, что и с другой стороны. Мне очень понравилось качество сборки, потому что у нас Турция разная. И когда мы смотрели, то есть именно металл и простота сборки соответствует цене качеству. Сеялка у нас идет прицепная, с транспортным колеса устройством. Идут сзади стандартно, и там не видно, угол сведения дисков идет оптимальный, то что не набивается, то есть она хорошо работает по влажной земле, и семена не вылетают так, как на червонной. У сеялки есть транспортное устройство, вот мы его посмотрим, все просто. Также его используют для настройки семян, когда настраивается вариатор, необходимо прокрутить колесо, то есть мы поднимаем в транспортное положение колесо, вот у нас практически в транспортном, прокручиваем необходимое количество, по-моему, 20 раз, и получаем необходимую норму, сверяемся, правильно ли мы выставили норму. Вариаторы очень простые. Сбросим либо в отдельном видео, либо сюда постараемся вставить, как бы вставки очень простые в обслуживании и очень просто сделаны. То есть, в принципе, как ребята сказали, что еще нареканий не было по ним. Вот такая у нас зерновая сеялка. Подробнее по техническим характеристикам обращайтесь, звоните, все расскажем. Всего доброго!